Итак, стратегия замок. Когда цена флетует, устанавливаем канал, два уровня, нижний и верхний. Цена пробивает один из уровней. Устанавливаем противоположный ордер в два раза больше. Ну вот здесь два лота. Вот. Цена не пошла вверх, развернулась. Нижний уровень достигла. Позиция 2 лота открылась. Цена опять разворачивается и идет вверх. А, мы здесь установили третью позицию, третий ордер на 4 лота. 4 лота сработало. И так далее. Это может быть до бесконечности, пока не кончатся деньги. Перевертыш такой. Вот, в конце концов, цена выбирает свое направление и идет. Вот здесь вверх пошла. И мы закрываем позиции с прибылью. Почему с прибылью? Потому что суммарный лот вверх, вот тут 5, больше, чем суммарный лот вниз. Тут 2 лота. Ну, вот здесь хорошо видно. Флет. И вот позиции одна за другой открываются. Ну вот здесь вот пример игры. Вход. Цена пошла вниз. Вверх. Вниз. И закрылись прибылью. Итак, как советник устанавливать? Он работает в трех режимах. Постоянная игра, по внутренней свече и ручная торговля. Можете любой из них использовать, читайте в мануале. Я вам покажу, как вручную играть. Открываете график валютной пары, любой. Я играю на трех независимых валютах: фунт иена, аут доллар и еврокат на 15 минутках. Открываем график, идентифицируем канал. Вот. Ну, то есть, ждем, пока не нарисуется ярко выраженный канал. Допустим, вот это здесь. Вот, хороший канал. Вот здесь канал. Вот таким образом. Нарисовали канал. Берем наш советник. Ставим галочку «Разрешить советнику торговать». И входные параметры устанавливаем. Я покажу, какие нужно менять. Остальные можно не менять. Минимальный и максимальный диапазон. Канала. Это вот ширина вот этого канала в пунктах. Для каждой валютной пары он свой и зависит от средней суточной волатильности пары. Зачем канал, диапазон изменения ширины канала выбирать? Если задать очень маленький канал, вот, то может открыться за короткое время очень-очень много позиций. И деньги закончатся. А если выбрать слишком широкий канал, то игра будет идти очень-очень долго.
Вообще он выбирается от волатильности умножить на 0,7 до волатильности умножить на 2, где волатильность средняя суточная волатильность валютной пары. Out доллар. Волатильность равна сейчас 50, но она меняется со временем. Ну, не так быстро, но меняется. Еврокат 60. Что вы делаете? И фунт иена сейчас 70. Но она со временем плавает, меняется. Дальше диапазон задаваем вручную. Нужно среднее значение взять. То есть минимум плюс максимум поделить на 2. Дальше, если несколько игр идет, то у каждой игры свое магическое число должно быть. 1, 2, 3 и так далее. Начальный лот задается, как я уже сказал, 0,1% от депозита, не более. Вот. Если несколько игр, то суммарный начальный лот для всех игр не больше 0,5% от депозита. Вот коэффициент, который я говорил, но его не надо трогать. Lots digits. Это количество цифр после запятой в лоте. Для центового счета это 2. Для других там может быть 1. Или вообще 0. Если там в других часовых поясах живете, то вот зон настраивайте, какой вам надо. Это зона. Вот. Сейчас УТС плюс 3. Наше время местное. Вот. А время сервера УТС плюс 1. Поэтому зон равняется 2. И самое главное, ASCAN и BID SP устанавливаем. Это раз уровни канала. Причем ASCAN это верхняя цена плюс спред. Спред у нас по фую равен 6. То есть получается 184.46. Вот. А бит также записываем, как он здесь. 180.88. Вот. Ну, остальное можно не трогать. Все. Окей. И нажимаем кнопку автоторговля. Вот. Ну, сейчас позиция не откроется, потому что субботний день, рынок отдыхает. Вот. А так прозвучит сигнал, звонок телефонный, и откроется два отложенных ордера. Верхний на покупку и нижний на продажу. Размером 0,1 лота. Что на центовом счете значит? 10 центов. И начнется игра. Итак, главное в автоматической торговле не мешать советнику делать деньги. Он все делает правильно. Сколько раз было? Цепочка ордеров открытых позиций все увеличивается и увеличивается. Деньги уже на исходе. Начинаешь психовать, влезаешь в игру советника и разруливаешь ужасно с потерей денег. А потом откручиваешь обратно события. Советник-то разрулил бы лучше. Стабильный интернет, стабильный заработок. Данный советник требует стабильный интернет. Если интернет прерывается, пропадает, заканчивается,
то стратегия игры нарушается, так как противоположные ордера перестают открываться. Сколько раз у меня так было? Интернет пропадал, все. Цена развернулась. Отложенный ордер сработал. Противоположный не выставился. Нет интернета. Цена опять развернулась и пошла дальше. И ты закрылся с приличным убытком. Так что стабильный интернет должен быть. Поработайте над этим вопросом, чтобы был стабильный интернет. Минимальный лот не нарушать. Как я уже сказал, начальный лот 0,1% от депозита. Больше не делайте. Очень часто рынок идет хорошо и уверенно вверх или вниз. Думаешь, что все нормально, ничего не случится. Открываешь повышенный лот, и тут начинается непредвиденное флэт. 5, 6, 7 открытых позиций. И все, деньги кончаются. Не вздумайте открыть 10% от депозита. Это банкротство. Вот. Независимыми парами можно играть. Но тоже следить, чтобы суммарный лот по всем парам не превышал 0,5%. Не больше. То есть получается 5 независимых игр. С начальным лотом в каждой игре 0,1%. Кстати, можно играть и по одной валютной паре. Успешной игры вам!